Всем большой привет, вы на канале Анастасия Флешка. И наконец-таки я получила свою награду от YouTube. Это серебряная кнопочка, наконец-таки она ко мне пришла. Я ее очень долго ждала. Это награда, кто не в курсе, за 100 тысяч подписчиков. И сейчас мы будем вместе ее открывать, и я вам покажу, как она выглядит. Открывается она вот так здесь. Так, вот так выглядит серебряная кнопка, я ее потом поближе вам покажу. И здесь вот такое вот письмо. Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить эту награду в знак признания ваших успехов и хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным. Очень рада, что эта кнопка до меня добралась. Лучше поздно, чем никогда. 100 тысяч подписчиков еще у меня было полгода назад, наверное. Сейчас на моем канале уже 138 тысяч подписчиков, так что двигаемся вперед и дальше. Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Да, действительно, это так. Я безумно рада, что 5 лет я это все делала не зря. И даже вот несмотря на то, что мне говорили, что в начале, да, как я вспоминаю свой путь, мне говорили, что это полная ерунда, что у меня никогда ничего не получится, в итоге никогда никого не слушайте. Делайте то, что вы хотите, делайте то, что вам подсказывает ваше сердце, и тогда вас ждет успех. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок – серебряную награду. Теперь ваша задача – удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверены, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж – 1 000 000 подписчиков. Гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. Я, знаете, вспоминаю сейчас те моменты, когда я только открыла свой канал. У меня тогда Леся, дочка, была маленькая. И я помню, днем я снимала, а ночами я сидела, монтировала. Да, сколько недосыпов было. Когда я не мечтала ни о росте, ни о популярности, я просто делала то, что мне приносило удовольствие. Сейчас так приятно осознавать тот факт, что все было не зря, что сейчас у меня так много возможностей, так много подписчиков, зрителей у меня из разных городов, из разных стран. Многие меня приглашают в гости. Я слежу за статистикой своего канала, и, конечно же, я прекрасно понимаю, какие ролики попали в тренды, стали самые популярные на моем канале, благодаря которым люди, собственно, и подписались на мой канал. Я буду очень рада и благодарна вам, если вы мне поставите лайки на это видео. Конечно же, лайков побольше. Так, вот так эта кнопка выглядит. С обратной стороны вот так есть отверстие, чтобы повесить на стену. Вот так вот повешу и буду снимать на этом фоне. Переименовывать канал свой, конечно же, я не буду. Я указала, чтобы здесь так и написали. Анастасия Флешка, 100 тысяч подписчиков. Мама меня спрашивает: Настя, ну тебе дали какую-нибудь премию в денежном эквиваленте? Я говорю: нет, мама, это награда, вот такая серебряная кнопка. А чтобы получить в денежном эквиваленте, нужно много усердно работать, снимать много креативных роликов и набирать много-много просмотров. Сейчас очень классно осознавать, что этот канал полностью с нуля создала я сама. Я никогда никаких подписчиков не накручивала. И все мои подписчики, они мои, живые и настоящие. Я очень рада, кстати, кто отписался, кто подписался. Всем безумно благодарна, потому что мне на канале не нужны мертвые души, а мои люди всегда со мной. Знаете, 100 тысяч – это действительно такой знаковый рубеж. Потому что как раз именно после этой цифры ко мне стало прилетать очень много интересных предложений о сотрудничестве. Тебя уже замечают, тебя уже выделяют. Наверное, отмечу тот факт, что после развода как раз-таки у меня был максимальный рост. Помню, когда мы разводились с мужем, у меня было 50 тысяч подписчиков на канале. И потом, после развода, я набрала резко 70 тысяч подписчиков за год. Потому что ты как раз и... Несколько видео попало в тренды, я начала в это больше вкладываться. Короче, у меня получилось вот так вот. Я безумно рада и счастлива. Безумно приятно, когда тебе пишут благодарности, когда ты помогаешь кому-то, да хотя бы просто советом, у тебя уже появляются поклонники, даже есть фанаты, да. YouTube, конечно, в корне изменил всю мою жизнь. Я вам тоже желаю успехов и удачи. Самое главное, действуйте, тогда у вас все получится. Всем успехов, удачи, любви, всего-всего наилучшего. Спасибо, что вы меня смотрите. Я безумно всем благодарна. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. И всем пока-пока, до скорых встреч!